Спасибо огромное. Так, у нас молодежь хотела. Иди сюда, иди сюда. Как приятно, что выходит молодежь. Причем не просто молодежь, а молодежь 18. Здравствуйте, как тебя зовут? Меня зовут Ермаков Станислав. Ты живешь в городе Новоколам? Да. Я живу на улице Лозника. И там, я когда еду в школу, очень сильно пахнет ядровской асфальтой. Это газ. А газ от чего? Там же отваливают все на подряд, и машины, и все. И когда их под этим прохлаждают, и у них вылетают всякие отходы воздуха. Это очень вредные отходы, они опасны для жизни человека. Также я хочу сказать, что вот у меня живет бабушка в Петрове. Вот, она там стоит. У них плакат. Городу нужны перемены. Там она один раз сажала картошку. И на грядке увидела каких-то синих жуков. Они были очень большие. Это доказывает то, что в деревне Ядрово происходит уже мутация. Также в лесу, там собирают грибы. Очень много людей собирают грибы. И почва, она тоже заражается. И мы едим эти грибы. Мы едим эти грибы, которые родила нам земля. А земля заражена. Что мы едим? Люди! Что мы едим? Вот еще говорил Невский. Затронем историю. Невский говорил, кто к нам ничего придет, то нам ничего и погибнет. Все знают, что сейчас на Россию покушаются американцы. Вот а мы им скажем, кто к нам ничего придет, то на Ядровской свалке погибнет. Мы же русские, мы народ стойкий. Мы встретимся на этой Ядровской свалке и будем сидеть. А американцы пойдут с этими танками и отправятся от этой Ядровской свалки. Давайте теперь все хором скажем на счет три. Долой Ядровскую свалку! Раз, два, три! Долой Ядровскую свалку! Спасибо! Браво! Вот это молодежь! Вот это гражданская позиция! Вот это я понимаю! Достойно биологического воспитания! Дорогие друзья, если уже